Вы это все, да, 100 раз видели, да, но покажу еще, что у меня. У меня гордость, у меня вот эти цветочки разрослись по всей даче. Вот, и сколько их специально кинул, вот эти синие, да. Они прям по всей даче разрослись. Вон они везде. Но и одуванчик, это, конечно, не гордость, да, тем более они зараженные какой-то хренью, вот. Какие-то червяки у них ползают во всех. Вот они. Синие цветочки. Крыжовник уже завязался вот частично, видите? Крыжовник становится ягодами. Вот. Вот тут особенно видно. Вот здесь. И чуть-чуть выше, да, вот, вот тут. Крыжовник уже завязался, уже почти ягода. Вот. Вот, вот так вот он расцветает, да? Вот. То есть тут поляна одуванчиковая, слева это, да? Васильковая эта фигня. Вот их тут дофига. Прям вообще полно. Жалко их выкапывать и еще ничего делать, да? Хочется их прям оставить, пусть они растут и резвятся. Вот оно, ярцевское растение, чистотел, как говорил Санбой. Чистотел! Говорил пророк Санбой, да, вот. На ярцевское вот это растение, типа он только в Ярцеве живет. Чистотел! Ничего подобного, везде растет. Крапивки, крапивки, кстати, мало. Вот какая-то хрень ее забивает, вот эта вот хрень. Вот такая вот, да? Она сбивает крапиву, и крапиву почти не осталось нигде. Вот. Это грустновато. Вот тут было все в крапиве, а теперь все вот в этой вот хрени, да? Что это вообще такое? Я прямо не понимаю. Вот. Что еще дальше-то тут показать? Цветочком. Но одуванчики все видали у себя. Смотрят одуванчик каждый раз. Вот они. Вот они, травинки-то. Одуванчики каждый раз смотрите у себя. Там, где живете. Вот тут тюльпаны конкретные расцвели. Вот они какие там. Днем не попадаем, они уже закрываются, то есть вечером. А утром опять открываются. Вот. Такие вот они. Вот, и сливы с яблонями по-прежнему цветут. Белыми такими цветочками. Вот.